Новый денщик явился, барыня. Барин из экипажа прислали. Здравствуй. Здравия желаю, ваше скоморочь. Не кричи так. Ты, кажется, не на улице, а в комнате. Говори тише. Слушаю, ваше скоморочь. Еще тише. Можешь говорить тише? Стараюсь, ваше скоморочь. Как тебя зовут? Федосов, ваше скоморочь. Боже, какое мужицкое имя. А фамилия? Чижик. Как? Чижик. Федос Чижик. Возьми, мама, Чижика. Ты зыву. А почему тебя назначили в денщики? По причине пальцев. Марса Фалм покорежила на корвете прошлым летом в вашескоброде. Зови меня просто барыня, а не своим дурацким вашескоброде. Слушаюсь, вашескоброд. Виноват, барин. Ты водку пьешь? Употребляю, барин. Ты много ее пьешь? В плепорцию. Но я завсегда в своем виде, ежели когда и выпью, в праздник. Денщику пить нельзя. Совсем нельзя. Я терпеть не могу пьяниц, слышишь? Слушаюсь. Помни это. Ты будешь ходить вот за этим маленьким барином, будешь при нем нянькой. Ну, а детей ты любишь? За что детей не любить, барыня? Известно, дитё. Чё с его взять? Ну, ступай на кухню и подожди, пока вернется Василий Михайлович. Тогда я окончательно решу, оставлю я тебя или нет. Слушай. Ну что, Шура, тебе, кажется, понравился этот мужлан. Понравился, мама, и ты его возьми. Вот мы у папы спросим, не пьяница ли он. Да ведь я же говорил тебе, что он не пьяница. Он матрос, мужик, ему ничего не стоит и солгать. Нянчить. Убирай со стола, да смотри, не разбей чего-нибудь. Мама, можно выйти из-за стола? Иди в детскую. С 5 часов утра ничего не ел. Когда уходишь в плавание? Завтра вытянемся на рейд, а дней через 5-6 уйдем. Ну как, Маросенька, понравился тебе наш новый денщик? Здравствуй, дорогой папочка. Здравствуй, сынок. Здравствуй. Ну как живешь? Покорно благодарим, ваше высокородие. Ну иди, иди в детку, иди. Разве такой денщик может понравиться? Грубый, неотесанный какой-то. Сейчас видно, что никогда не служил в домах. Это точно. Но зато, Маруся, он надежный человек. И я его знаю. А этот подозрительный нос, он, наверное, пьяница. Он пьет чарку другую, но уверяю тебя, что не пьяница. А впрочем, как хочешь, Марусенька. Если тебе не нравится, я приищу другого денщика. А где опять искать? Шуре не с кем гулять. Пусть останется, поживет. Посмотрим, что это за сокровище твой Чижик. Фамилия у него действительно смешная. Но ты, Маруся, не раскаешься. Он честный, добросовестный человек. Какой фармарсовый был. Но если ты не хочешь, что ж, отошлем Чижика. Хоть мне и не нравится твой Чижик, я его оставлю, так как ты этого хочешь. Ну, Марусенька, если ты этого не хочешь... Я его беру. Позвони Ивану, пусть позовет Чижик. Есть.
Иван, позвать Чижика. Слушаюсь. Их высокобродие зовут. Здравия желаю, ваше высокобродие! Не кричи так, Феодосий, уж я тебе несколько раз говорила. Здорово, Чижик. Слышишь? Не кричи. Я тебя беру. Сегодня же в баню сходи, отмой свои черные руки. Осмелюсь доложить, в раз не отмоешь. Смола. Со временем смола выйдет, Марусь. Он постарается ее вывести. Смотри, Чижик, служи в денщиках так же хорошо, как служил на корвете. Береги сына. Есть, ваше скобродие. И водки в рот не бери. Да-да, братец. Остерегайся. Боже, тебя сохрани нагрубить, барыня. За малейшую грубость я велю тебе шкуру спустить. Понял? Понял, ваше скобродие. Он тебе больше не нужен, Марусенька? Нет. Скажи, братец Фельфебелю, что я взял тебя. Можешь идти, Чижик. Есть, ваше скобродие. Не будьте столь жестоки. Позвольте-ка издали ласкать взор лицезрением вашей ангельской красоты. Да отвяжитесь вы, бесстыдники. Вот я доложу барыне. Не осмелитесь, Анюточка, ни за что. Человек, Иван, бессовестный. Тебя б так ошпарит, как ты собаку. И что же считаешься матросом? И вот что, девушку не забежай. Нехорошо. А какое вам до этого дело, Федос Никитич, дозвольте спросить? Я шучу с ней. Ну, смотри, шучу. А чай не будете пить, Федос Никитич? Не хочу. Как угодно. И Анютка не хочет. Видно, придется самому допивать. Барыня звонили. К себе требуют. В бане был? Так точно, был. Но смолу сразу не отмыть. Никак невозможно сразу. А ты все-таки чаще мой руки, держи их чисто. Слушаюсь. Да не вздумай еще босым показываться в комнатах. Здесь ни палуба и ни матросы. Есть, барин. Ступай к Александру Васильевичу, поиграй с ним, затем идите во двор гулять. Есть, барин. Валерия, не на колись смотри, Барчук. Так. Ну что же, Александр Васильевич, это мы починим. Ну, ты же сумеешь? То-то попробую. Ты и сказки умеешь, Чижик? Можно рассказать. По времени можно и сказку. А я тебя, Чижик, за это любить буду. И ты знаешь что, Чижик? Что? Я никогда не стану на тебя жаловаться маме. А зачем жаловаться? Избави Бог. Небось, я не забижу Барчука. Дитё забежать не годится.
Это самый, что ни на есть, большой грех. Ну, а ежели случайно промеж нас и выйдет свара какая, то мы и сами разберемся, без маменьки. А то что кляузы-то разводить зря? Самое это последнее дело, не матросское. Я и на Антона не жаловался. Тут до тебя у нас нянька был. И без того его часто посылали сидеть в экипаж. Он маме грубил и пьяный бывал. А меня он называл подлым отродьем. Дурак он, этот Антон, во всей форме. Разве можно на дитя вымещать сердце? А вы-то его, эту дуракову вину, оставили без внимания. Правильно, молодца, Борчук. Сердце-то детское мудрило пожалеть человека. А ведь скажи вы эти самые Антоновы слова маменьки. Ну и что же? Отодрали бы его, как Сидорову козу. А что это значит? Какая такая коза, Чижик? Скверная, Борчук, коза. Это так говорится, ежели, скажем, матроса секут, вроде как бы до бесчувствия. А тебя секли, как Сидорову козу, Чижик? Меня-то? Случалось прежде. Всяко бывало. И очень больно? Небось, не сладко. А за что? За флотскую часть, вот за что. Да особенно-то и не разбирали. И меня секли, Чижик. Ишь ты, бедный, такого маленького. Мама секла. И тоже было больно. Прутьями? Прутьями. Да, это больно, больно. Да вас-то за что, Господи? Раз за чашку мамину я ее разбил, а другой раз я маму не слушал. Только ты, Чижик, никому не говори. Ну что ты, никому не скажу, не бойся. А хорошо теперь погулять бы на дворе, Чижик? Ну что же, Александр Васильевич, можно и погулять. Солнце-то так и играет. Веселит душу, да? Только надо у мамы спросить. Ну, конечно, без начальства и нас никуда не пускают. Борчук, не попадите в ямку. Неправильно это, Александр Васильевич. Нехорошо, братец ты мой. За что безответную птицу обидел? Вон она хромает и думает. Ай-яй-яй-яй-яй, за что это меня мальчик зря зашиб? Какую ты дичь несешь, Чижик? Разве утки могут думать? А вы как полагаете? Небось, всякая тварь понимает. И свою думу думает, и разговаривает между собой. Он, воробушек, как зачилик. Ты думаешь, он спроста шельмец, чилик да чилик? Нет, братец ты мой, он сыскал корм и зывает товарищей. Летите, мол, братцы, кантовать вместе. Вали валом, ребята! Тоже воробей, а понимает, что одному харч есть не годится. Я, мол, ем. И ты ешь, а не то, что там потихоньку от других. Вот хотя бы взять собаку, лайкурица. Ты думаешь, она не понимает, как ее Иван ошпарил из своего озорства? Тоже нашел над кем куражиться. Дурак, бесстыжий. Лаечка, Лаечка, иди сюда. Иди сюда, иди сюда, не бойся, не забидим. Что, попала от дурака-то, а? Ну-ка, покажи-ка спину. Ну, Лаечка, не очень тебя я шпарил. Это ты, значит, больше с досады визжал, а? Ну, не бойся. Ну-ка, иди к сюда, иди к сюда. Вот какая. Видишь, и она понимает ласку, а? Понимает. Да что собака? Любая насекомая и та понимает. Но сказать она не может. Травка и то словно будто пискнет, когда ты ее придавишь. А не пойдем ли, Чижик, посмотреть на утку? Не сломана ли у нее нога? Ну, ничего, ничего. Она уж простила, не сердится. А мы завтра хлебцы принесем, конечно, если нас пустят гулять. Вон, видишь, как она переваливается. Небось, без фершила поправилась. Поправилась, без фершила.
Ну, ложись, голубчик. Скажи мне сказку, Чижик. Сказку? Можно и сказку. Ты молоко пил? Пил. Молодца. В некоем царстве, в некоем государстве. А вот что, пожалуй, Александр Васильевич, я тебе расскажу не сказку, а быль. Один мне матросик рассказывал. Шли они, значит, в Атлантическом океане на корвете «Богатырь». Что дальше было с этим негритенком? Вот это уж я не знаю, Александр Васильевич. Давно ведь это было. Спи. Спи, голубчик, повернись-ка на бочок. Егоза, расскажи про чудеса, про заморские чудеса, да про пальмовые леса. Вот куда меня занесло, Александр Васильевич. 40 дён мы морем шли, поднялась земля вдали. Птицы дивные летают, тигры злые обитают. О! Да река большая Нил, где ныряет крокодил. Бегемоты отдыхают и детенышей купают. Понимаешь, в реке их полощут. Там мартышки на ветвях, а домишки на столбах. Черномазы мальчуганы приносили нам бананы. Понимаешь, такие вроде наших огурцов, длинники такие, да. Чудеса-то чудеса, лучше русская краса. Поле да буренушка, да родна сторонушка. Вот где я бывал-то, Александр Васильевич. Еще спой, Чижик, мир. Спою, спою, Александр Васильевич, будет час, спою. Поле да буренушка. А теперь, Александр Васильевич, давай смей и запустим. Самому интересно, что это мы с тобой смастерили? И ветерок, гляди, славный. Морской ветерок. Ну, беги. Беги! Потрави, потрави, Александр Васильевич. Потрави, маненько. Как это потрави, Чижик? Ну, значит, по-нашему, по-матросски отпускает. Пускай, маненько. Во-во-во-во-во-во-во-во. Во-во-во-во-во-во. Побежали, побежали. Во-во-во-во-во-во. Ну как же это, Чижик? Ну не горюй, Александр Васильевич, мы с тобой не то смастерим. Подумаешь, змей. Дай срок, мы корабль построим. Поставим паруса. И поплывем мы с тобой, Александр Васильевич, далеко-далеко.
по морям, по океанам. Ты, конечно, за капитана. Ну, а я уж по должности матрос Формарсовой. Не хочу быть капитаном, хочу тоже матросом, Чижик. Ну, это уж кому как положено, Барчук. Мы всегда будем вместе плавать и никогда не расстанемся, да, Чижик? Избави бог, Александр Васильевич, зачем же нам с тобой расставаться-то, а? Лошадь подана, барыня. Позови Феодосия. Слушаюсь, барыня. Анютка, почему ты мне браслет не приготовила? Приготовила, барыня, вот. Не тот, дура, не тот! По вашему приказанию явился, барыня. Мне донесли, что ты обращаешься к Александру Васильевичу на «ты». Не смей говорить ему «ты». Слушаюсь, барыня. И что это за балалайка? Мужицкий инструмент? Научился бы играть на гитаре, что ли? Не желаю больше слышать балалайку. Слушаюсь, барыня. Александр Васильевич, молодца. Молочко, но пользительно. Ложись, милый, ложись. Знаешь, что я тебе скажу, Чижик? Скажи, так узнаю. Мы завтра едем в Петербург к бабушке. Ну? Ты не знаешь бабушки. То-то не знаю. Она добрая-предобрая, вроде тебя, Чижик. Вот это хорошо, братец-то мой. И бабку свою повидаешь, и на пароходе прокатишься, словно будто на море побываешь. Ты, Чижик, разбуди меня пораньше. И новую курточку приготовь, и новые сапоги. Все изготовлю, будь спокоен. Сапоги отполирую в лучшем виде. Одно слово, в полном параде тебя отпущу. Жаль, что тебя, Чижик, мама не берет. Уже я просил маму. Зачем же меня брать-то? Лишний расход. С тобой было бы веселее. Ну, небось, без меня не заскучаешь. Может, тебе денек-то без Чижика побыть. А я попрошусь со двора. Мне погулять ты тоже в охотку. Как ты полагаешь, а? Иди, иди, Чижик. Мама, верно, пустит. Да тот должна пустить. Ведь за весь месяц ни разу не ходил со двора. А ты куда пойдешь, Чижик? Куда пойду? К куме боцманше заверну. Ейный муж-то мне старинный приятель. Мы вместе в дальнюю ходили. Я еще первогодком, а он, значит, постарше. Вот, посидим, покалякаем. Потом на пристань схожу, матросиков погляжу, вот и гулянка вся. Ну, спи, Христос с тобой. Прощай, Чижик. А я тебе гостинцы от бабушки привезу. Она всегда дает. Да зачем? Сам кушай на здоровье. Но ежели не жалко, Аннушке привези. Ей леснее. И ей дам. И тебе. Спасибо тебе, голубок, спасибо за ласку. Сердишко-то у тебя у мальца доброе. И рассудлив ты по своему глупому возрасту и прост. Вырастешь, вовсе будешь форменным человеком, правильным. Никого не забидишь.
Никак уж заснул. Отца своего я не помню, Аннушка. Он, сказывали, погиб молодой. Церковь устроили, подвешивали большой колокол. Ну, а он возьми да и сорвись. Подавил мужичков-то, царство им небесное. Ну, а матушка-то моя, уж я был, как вот Александр Васильевич. Нет, пожалуй, побольше. Побольше. Занедужила, да и померла. Надорвалась, небось, без мужа-то сердечная. Известно, в христианстве оно, конечно. Пришлось жить, стало быть, у чужих людей. А как подрос маленько, скотину барскую пас, так и вырос кнутом. А тут такое подошло. Дела-то барина нашего, видать, к разорению шли, или еще что. Одно слово, запродал он вместе с коровами да овцами и меня, как бы, в придачу. Ну, а тот другой-то барин в рекруты сдал за место своего дворового. Видать, для того и купил. И вот уж 22-й годик служу царю-батюшке во флоте. Сиротинушка.
А жизни-то и не видал, Аннушка. Известно, какая жизнь, Господи. Неужто, Федос Никитич, вольная жизнь-то наступит? Вот скажи мне, кажись, иди, Анютка, на все четыре стороны. Я бы бежала, бежала, покуда сил хватит, куда глаза глядят. Только подальше от обидного места. Наступит время, Аннушка. Беспременно наступит. Народ зря болтать не будет. Бог-то, видать, умудрил царя пожалеть нас, грешных. Так, так, Анюточка, понятно. Журфиксы заводите. Позвольте, барыня, отлучиться со двора. А зачем тебе идти со двора? Знакомым, значит, сходить. А какие у тебя знакомые? Ну, известно, матросского звания. Можешь идти. Только помни, что я тебе говорила, не вернись от своих знакомых пьяным. Зачем же пьяным? Я в своем виде вернусь. Ну, без дурацких объяснений. К 7 часам быть дома. Слушай. Легонту Нилычу, нижайшее. А, Федос Никитич. С праздником. Садись, брат. Сейчас шти Авдотью Петровну принесет. Я, брат, уже колупнул. Будь здоров, Нилыч. Где это ты пропадал? Уж я в казармы хотел идти. Думал, совсем забыл нас, а еще кум. В денщики попал, Нилыч. Денщики? Кому? К Лузгину, капитану второго ранга. Слыхал? Слыхал. Ничего себе. Ну-ка, вторительно. Будь здоров, Нилыч. Ах, хорошо пошла как-то. В кость. С ним, с Лузгиным, ты еще ничего жить. А вот жонка его, я тебе скажу. Блудливо нечто. Как есть заноза. Излюшшая. Об себе много полагает, думает, белые да ядреные, так уж лучше ее и нет. Ты у них по какой же части? В няньках при Борчуке. Мальчонка славный, душевный мальчонка. Кабы не эта самая заноза, легко было бы жить. А она всем в доме командует. А сам? Да тот он у ей вроде бы подвахтенного. И пикнуть перед ней не может. Кажись, человек с рассудком и совсем в покорности. Это бывает, брат твой. Бывает. Дай столько бабе в руки. Она тебе покажет Кузькину маменьку. Бабу надо держать в струне, чтобы понимало начальство. Да что это моя там копается? Разве пойти ее шугануть? Кого это ты шугануть собрался, Нилыч? Уж не меня ли? Ну что ты, Авдотья Петровна? А я думаю, с кем это Нилыч спрекочет? А это Федос Никитич. Здравствуйте, Федос Никитич. Здравствуйте, Авдотья Петровна. И то забыли. Поднес гостя. А то как же, тебя не дождались. Правильно, то правильно. Петровна, братец, ты мой рассудливая женщина. Вы, Федос Никитич, слышала, я на базаре нынче в няньках состоите? Кто-то в няньках у Лузгиных. Милости просим.
Будьте здоровы, Авдотья Петровна. Будь здоров, Нилыч. Будьте здоровы, Федос Никитич. Будь здоров, Федос. Да, Федос. Петровна, брат, одно слово. Милости просим. Ага. Будьте здоровы, Авдотья Петровна. Будь здоров, Нилыч. Будьте здоровы, Федос Никитич. Да, мне одна знакомая прачка сказывала, какая это лузгиниха уксусная. Ну, небось, там в пекле носью отполируют в лучшем виде. Отполируют, сделайте одолжение. Не хуже, чем на флоте. Ишь, разлимонила уж. Торговку Глажку знаете? Да. Я ей глаза от бесстыжей выцарапаю. Покупатель у меня неправильно отбивает. Меня разлимонило. Старого боцмана. А ну-ка, налей. Налей, милая супруга, еще стаканчик. Да будет с тебя. Подходит ко мне вчера антиллерист. Ну, подходит к моему ларьку, так по правилу, значит, мой покупатель. Ну, Петровна, ну, ваша супруга. Это Глажка грудь пялит. Ко мне, кавалер, ко мне. Так у нее я купил. Ну, и расчесала я их обоих, и антиллериста, и Глажку. Ну, Петровна. Не дам. Так разве я словами-то проймешь? Да, братцы мои, жизнь матросская, конечно, тяжелая. Но все-таки не в пример денщицкой. Когда заноза, баба тобой командует. Ну, это как сказать, Федос. У нас на фрегате, к примеру, такой живодер за место старшего офицера. Не приведи Господь. Дерется. Дерется. Дерется и порет безо всякого рассудка. Ну, чистый арестант. А у тебя все же лузгин. Он слышал, добер. Зря не дерется. Ты на корабле, он орел орлом? То на корабле, а дома при жене. Словно будто послушливый теленок. Чтоб не придумала бабья дурья башка, все исполняет. Ну, не буду кляузы заводить. Бог с ними. Не слыхать, где сейчас мой витязь, а? В Ревеле, кажется. В Ревеле? Да. К осени возвернется. 6 часов. Ну, мне надо идти, а то ведь белобрысый засерчает. Прощай, Захаров. Прощай, Федос Никитич. А коль что, к нам приходи, к матросам. Гляди, отведешь душу. Спасибо, братцы, ведь для матроса и чужой кубрик родной дом. Вот тот оно и есть. Да. Ну, пойду, пойду, пойду. Курочка. Шучу с дури, она сердится. Видишь, тесто из твоей подлой хайлы сделаю, ежели ты еще раз тронешь девушку, подлец ты такой. Я, правда, ничего, я только так, пошутил, значит. Я тебя пошутю. Разве можно так забежать человека? А ты мне, Аннушка, скажи, если будет приставать, рыжая морда его будет на стороне. Ну уж не вам ли, Анютка, приглянулась, что вы так заступаетесь? Глупой. Я ей вот цы гожусь, а не то, чтобы какие-то там подлости думать. Ты этот свой форт брось. Вспомни, что ты тоже матросского звания человек. А то в денщиках околачиваясь, ты и вовсе совесть-то позабыл. Барыня, кляузничаешь. Кляузничаешь! Разве это хорошо? Ох, нехорошо это. Неправильно. Спасибо вам, Федос Никитич. Только опасайтесь, его кляузный человек. Ну и пускай кляузничает. Так он уже наушничал барыне. Говорит, что вы всю кухню махоркой провоняли. Что мне теперь, и трубки нельзя покурить? Да барыня страсть не любит плохого табаку. Ну и пускай себе не любит. Я не в комнатах курю, а в своем, значит, помещении.
Тоже матросу без трубки никак нельзя. Осмелюсь доложить, барыне, по секрету, потому как я завсегда уважал вас и кроме хорошего от вас ничего не видел. И преданность моя вам доподлинно известна. Ну, в чем дело, говори. Осмелюсь доложить, барыня, напился Федос. Не в своем виде явились. Кулаком на меня замахивались. Ах, вот ты где, Александр Васильевич. А вот я тебя сейчас поймаю. А вот ты... Вот я тебя сейчас поймаю. А ну, иди сюда, гостиница. Иди сюда. Не подходи к нему. Он пьян. Ты пьян? Никак нет, барыня. Откуда ж я пьян? Не рассуждать. Позвольте доложить, барыня. Я маленько выпил, это точно, у боцмана Ниловича, в самую плепорцию, по совести. Ступай вон, завтра я с тобой поговорю. Мама, мама, пусть меня тише гложет. Я сама тебя уложу, а пьяный не может укладывать. Молчи, гадкий мальчишка. А ты, пьяница, чего стоишь? Ступай сейчас к себе, ложись спать. Эх, барыня, барыня. Лаечка, Лаечка, главная причина зла на меня, и нет в ней ума понять человека. О, Господи, тоже наша жизнь-то вроде твоей собачьей. Какой попадется хозяин? Ну, ладно, 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 обрадовался. Доброе утро, Чижик. Доброе утро, сынок. Видишь, Чижик, я сам сумела одеться. А, молодца, Александр Васильевич. Только полсапожки ты не надел, а? А ты не бойся, Чижик, тебе ничего не будет. Бойся, не бойся, а что Бог даст? С какой еще ноги маменька-то встанет? Как с какой ноги? Это так говорится. В каком, значит, характере будет? А только твоя маменька напрасно полагает, что я вчерась был пьян. И я вчера маме говорил, что ты совсем не был пьян, Чижик. Антон не такое бывал. Он качался, когда шел, а ты вовсе не качался. То-то и есть. Я, брат, меру знаю. И папенька твой, увидимши, что я выпил в плепорцию, ничего бы не сделал. Потом он понимает, что матросу в праздник не грех выпить. А маменька серчала. А за что? Что я ей сделал? Ничего не сделал. Я буду маму просить, чтобы она на тебя не сердилась. Поверь, Чижик. Верю, верю, хороший мой. Ой. Ну, ты сейчас беги, чайку попей. А я пока комнату приберу. Это тебе, Чижик, я и Анютке оставил. Спасибо, голубок, спасибо. Ну, я спрячу, а потом ты съешь на здоровье. Нет, нет, непременно съешь. Яблоко присладкое. А я попрошу маму, чтобы она на тебя не сердилась, Чижик. Зовет. А ты чего плачешь? Да била она меня, сейчас грозится высечь. Вот ведьма. За что? Да была она в кухне и вернулась такая злющая-призлющая. Верно, ей это подлый человек что-нибудь наговорил. Это уж как водится. Подлый человек всегда подлого слушает. А вы, Федос Никитич, повинитесь лучше за вчерашнее. А чего мне виниться? Ты помнишь, что было вчера? Все помню, барыня. Я пьяным не был, чтобы не помнить. Не был?
Ты верно думаешь, что пьян только тот, кто валяется на земле? Что я тебе говорила, когда брала в денщики? Говорила я тебе, чтобы ты не смел пить? Говорила? Что ж ты молчишь, как пень? Отвечай! Говорили. А Василий Михайлович говорил тебе, чтобы ты меня слушался и не смел грубить? Сказывали. А ты так-то выполняешь приказания? Ну, я выучу тебя, как разговаривать с барыней. Я покажу тебе, как прикидываться тихоней. Да из-под тишка заводить шашни, я вижу. Все знаю. Это уж вы напрасно, барыня. Никаких шашнев я не заводил. А ежели вы слушаете кляузы да наговоры подлеца вашего повара... Молчать! Как ты смеешь так со мной говорить? Анютка, принеси мне перо, чернила и почтовые бумаги. Мама! Убирайся вон! Мама! Мамочка! Милая! Розая! Если ты меня любишь, не посылай девушку в экипаж. Пошел вон, не твое дело. Сейчас же отправляйся в экипаж и отдай это письмо адъютанту. Мамочка, ты этого не сделаешь. Чижик, постой, не уходи. Он чудный, славный. Мамочка, милая, родная. Ступай. Не посылай ему. Значит, гадкая, злая, я не люблю тебя, я никогда не буду любить тебя. Вот ты какой. Вот чему научил тебя этот мерзавец. Чижик не мерзавец, он хороший, а ты нехорошая. Я выучу тебя, как говорить со мной мерзкой, мальчишка. Анютка, скажи Ивану, чтобы принес розги. Что ж, сяки, гадкая, злая, сяки. Я все равно умру, я не хочу жить, умру. Я ведь знаю тебя, Чижик, ты никогда не был ни пьяницей, ни грубияном. Ты что ж, пьянствовать начал? Никак нет, ваше благородие. Однако Марья Ивановна пишет. Точно так, ваше благородие. Так в чем же дело, объясни. Вчерась маленько выпил, ваше благородие, отпросившись со двора. Вернулся как следует, в настоящем виде. В полном, значит, рассудке, ваше благородие. Ну? А госпоже Лузгиной покажите, что я пьян. Известно, по своему женскому понятию она не рассудила, какой есть пьяный человек. Ну а насчет дерзости? Ты нагрубил ей? И грубости не было, ваше благородие. А что касательно ейного денщика-повара, то я сказал, что она слушает его подлые кляузы. Это точно. А все-таки, Чижик, я должен исполнить просьбу Марьи Ивановны. Слушаю, ваше благородие. Ты понимаешь, я должен ей верить. И Василий Михайлович просил, чтобы требования его жены о наказаниях денщиков исполнялись, как его собственные. Осмелюсь спросить, ваше благородие, значит, меня накажут по желанию госпожи Лузгиной. Довольно? Явись после ко мне, Чижик. Спасибо, братцы, что не били. Одним только срамом отделался. Явился, ваше благородие. Отдай Марье Ивановне. Я ей пишу, что тебя строго наказали. И дай тебе Бог, Чижик, ужиться с ней.
браво, ребятушки, а кто ваши отцы? Наши отцы, славные полководцы, вот наши отцы. Наши отцы, славные полководцы, вот наши отцы. Солдатушки, браво, ребятушки, а кто ваши деды? Ваши деды, славные победы, вот кто наши деды. Ваши деды, славные победы, вот кто наши деды. Солдатушки, браво, ребятушки, а кто ваши жены? Наши жены, ружья заряжены, вот то наши жены. Наши жены, ружья заряжены, вот то наши жены. Солдатушки, браво, ребятушки, а кто ваши сестры? Наши сестры, пики, сабли, острые, вот наши сестры. Подайте, герои Севастополя, подайте, герои Севастополя. Будешь замечать офицера, скотина! Будешь замечать офицера, скотина! Будешь замечать офицера, скотина! За что? По какому праву? Разве ж матрос не справляет службу как следует? Разве ж не матрос терпит беспрекословно? Разве то не матрос на севастопольских бастионах кровь свою проливал за матушку Россию? Так как же оно получается? На закон плюют и совесть забывают. Нет такого закона драться и оскорблять. И матрос может чувствовать. И у простого человека есть права. Права. Вот покажут те права. Отдадут под суд и штрафные. Ну и пусть отдадут. Правда, и на суде всплывет. Ну и всплывет. А дальше-то что? Не знаю. Не полагая себе, помни, что матрос. Один фабричный сказывал, будто в книжках пишут про другую жизнь. Про хорошую жизнь для простого человека. А как до той жизни дойти? А Бог быть-то не слышит, быть-то не видит. Эх, милый, до Бога высоко, до царя далеко. Вот тот оно и есть. Говори, подлая, говори. Повар, так тот барыня, ну, проходу мне не давал. Все лез с разными подлостями. А Федос Никитич, он даже не думал никогда. Отчего ж ты раньше мне ничего не говорила о поваре? Не смела я. Думала, отстанет. Ну, я вас всех разберу. Ты смотри у меня. Ступай к Александру Васильевичу, узнай, что он делает. Слушаю, барыня. Ведь маменька приказали узнать, что вы делаете.
Федос Никитич из экипажа возвращается. Что прикажете сказать, Борчук? Скажи, Анютка, что я пошел в сад погулять. Ой! Чижик, милый, хороший, Чижик. Ишь ты, сердешный. И знаешь что, Чижик? И меня высекли. За что? За тебя, Чижик. Я маму назвал гадкой и злой. Из-за меня, значит, потерпел, голубчик. Тебе это зачтется, небось. А теперь иди домой поскорей. Иди, мой ласковый. Зачем? Мы вместе пойдем. Не надо вместе. Не ровно маменька-то углядит из окна, что ты встретил свою няньку. И опять же серчай. Ну и пусть глядит, пусть злится. Да ты никак бунтовать против маменьки. Нехорошо, Александр Васильевич, нельзя так. И повинись непременно. Как-никак, а мать? Мало ли что у матери с сыном может выйти. Так ли я говорю, Александр Васильевич? Наверное, так. Ну, а теперь иди. Ну, Шурка, довольно дуться, давай мириться. Проси у мамы прощения за то, что ты назвал ее гадкой и злой. Целую руку. Прости, мама. Ну вот, забудем, что было. Ты ведь не будешь больше бронить свою маму? Не буду. И любишь по-прежнему маму? Люблю. И я люблю тебя, моего мальчика. Иди гуляй, иди. Как поживать изволите? Барыня приказали, чтобы вы беспременно явились к ней, как вернетесь из экипажа. Барыня Федос Никитич. Доложи, что я вернулся из экипажа. Ну что? Вот, брат, дела-то какие, а? Надеюсь, наказание будет тебе хорошим уроком, и ты не осмелишься больше грубить. Смотри же, Феодосий, веди себя как следует порядочному денщику, не пей водки. Будь всегда почтителен к своей барыне, тогда и мне не придется тебя наказывать. Понял, что я тебе говорю? Понял. Так что ж ты молчишь? Надо отвечать, когда с тобой говорят. Слушай. Иди. И можешь сегодня уложить молодого барина. Thank you.
Что тебе? Христос с вами. Федос Никитич, что это вы задумали? Неужели от нас уезжать собираетесь? Куда? Федос Никитич. Ну, коль пришла, слушай. Ты меня не выдашь и болтать не будешь. Знать, мол, ничего не знаю. Ухожу я, Аннушка. Нет больше мочи терпеть. Да куда? Куда, Федос Никитич? Куда глаза глядят. Пойду искать другой жизни. Сказать правду, дочка, меня сегодня, можно сказать, и не секли совсем. Так только наказали для сраму, чтобы, значит, госпоже нашей угодить. А мне будто всю душу высекли. Как можно такую обиду снести? Собака и та бежит от обидчика. Ведь поймают вас, Федос Никитич. До смерти засекут. Ну и пусть. Пусть под суд отдадут. Правда, она обязательно себя укажет. Услышат люди. Ну, Аннушка, прощай. Не поминай лихом. Пойду на Борчука напоследок погляжу. Голубчик он, ласковый, сердечна душа. Тебя жалко, Аннушка, его и того пуще. Ну, прощай. Ты, значит, молчи. Александр Васильевич, что с тобой? Улетел. Змей улетел. Мам, жарко. Ох, как жарко. Александр Васильевич, уж не захворал ли ты, сердешный? Господи! Воспаление обоих легких. Ну что ж, вечером зайду. Thank you.
Здесь он, Сашенька, здесь. Ну-ка. Пей. Пей, Александр Васильевич. Пользительно. Вот, Александр Васильевич, сказано, сделано. Теперь поплывем мы с тобой, братец. Успокойтесь, Марья Ивановна. Надо ждать кризисов. Бог даст, мальчик вынесет. Давайте мускус, шампанское. Ваш денщик отличная сиделка, а вам следует отдохнуть. Завтра утром буду. Либо вы отдохнуть, барин. Не извольте сумлеваться, я все справлю, Александр Васильевич. Ты сам не спал несколько ночей. Нам, матросам, дело привычно. И я вовсе не хочу спать. Шли бы, барин. Посмелюсь доложить вам, барин. Не приходите в отчаянность. Барчук на поправку пойдет. Как думаешь? Беспременно поправится. Зачем такому мальчику помирать? Ему жить надо. Какой ужасный ветер. Как ты видишь теперь в море? С ним ничего не может случиться. Как ты думаешь? Витязь и не такую штурму выдерживал. Небось, взял все рифы и, знай себе, покачивается, как бочонок. Будьте обнадежены, барыня. Василий Михайлович — форменный командир.
Ну, я пойду вздремнуть. Чуть что, разбуди. Слушаюсь. Спокойной ночи, барыня. Спасибо тебе. За все спасибо. Чай. Ай. Что? Александр Васильевич, что? Улыбнулись и попросили чаю. Слава Богу. Давай, говорит, мне чай. Ай. Тебе лучше, сыночек? Лучше, мама. Пусть мне Чижик на балалайке поиграет. Уже как-нибудь, Александр Васильевич. Сыграй, Чижик, сыграй. А я тебе сейчас сама чай приготовлю и принесу. Мама непременно полюбит тебя, Чижик. Она узнает, какой ты. А этого гадкого Ивана прогонит. Когда папа вернется, я ему все-все расскажу про этого Ивана. Ведь правда надо рассказать, Чижик? Не говори лучше, не заводи кляус, Александр Васильевич. Ну, его этого Ивана, будь он форменным матросом, у него бы этой подлости не было. Матросики вывели бы его на линию. И Иван бы стал совсем другим Иваном. А то что? Денщик, известно, дело лакейское. А ведь разговаривать-то тебе нельзя, Александр Васильевич, а? Хоть ты и на поправку пошел, а все-таки еще слабый. Ты вот лучше послушай, я тебе сказку расскажу. Ой, Витязь уже на рейд входит. Сейчас, Шурочка, поедем папу встречать. Лошади поданы, барыня. Анютка, дай браслетку. Ты всегда мне не ту суешь. Дай другую, любимую Василия Михайловича. Ну что ты там копаешься? Сейчас, барыня, сейчас. Ты что же ты, голубчик, кляузы разводишь? На Федоса донес, подпорку его подвел. Я Федоса никогда пьяным не видел, а ты, подлец, увидел. Как ты смел, тебя спрашивать? Нечистый попутал, ваш воскородий. Виноват. Нечистый, оказывается. Рожу себе отъел. Завтра распишу тебя на корабль. Побегаешь по вахту. Там тебя в христианскую веру приведут. Ваше высокородие! Молчать! Не знаю только, рассказать ли матросикам про твои здесь художества.
Не губите, ваше высокородие. Забьют ведь. Бога буду за вас молить. Черт с тобой. Завтра же на корабль. А сейчас пошел вон. Покорно благодарим, ваше высокородие. Здорово, Чижик. Здравия желаю, ваше высокородие. Спасибо за сына, Чижик. Я помогу тебе уйти в отставку. Покорно благодарю, ваше высокородие. При отставке пригодятся. Осмелюсь доложить, ваше высокородие. Денег взять не могу. Почему это? Потому как я за вашим сыном ходил не из-за денег, а любя. Я знаю, но все-таки, Чижик, отчего же не взять? Не извольте обижать, ваше высокородие. Оставьте при себе ваши деньги. Что ты? Я и не думал тебя обижать. Как хочешь. Я тоже, брат, от чистого сердца тебе предлагал. А это, Александр Васильевич, клевера. А это, заметь, форма арса. Ну, а вот эту мачту, что пониже других, называют бизанью. Она на юте, стало быть, на корме помещается. Ну, а какая же наибольшая мачта на корабле? Гранд-мачта. Правильно, правильно, Александр Васильевич, молодца. Форменным моряком будешь. И даст Бог, правильным человеком вырастешь. Не забежай, матросиков, Александр Васильевич. Им и так на земле немного дано. Да, вот скоро отставка мне выйдет. Расстанемся мы с тобой, голубок. Зачем же нам расставаться, Чижик? Разве тебе плохо со мной? Да с тобой это хорошо, Александр Васильевич. Но ведь и птица клетки не любит. Хаша бы она и золотая была, а человек и подавно. Правильно я рассудил, Александр Васильевич? М? Правильно, Чижик. И птица клетки не любит. Не любит.